Ой, ребят, сейчас весело будет. Всем добро пожаловать на канал Улав Геймс. Вы не представляете, что сейчас будет. Ой, вы не представляете. Мне кажется, игра думает, что у меня подключен контроллер. На всякий случай возьму. Твою-то. Да, очень, очень приятно. Твою мать. Ядрить. В эту игру нельзя играть на клавиатуре, только с контроллером. Теперь-то я все понял. Херман. Я буду мистером Херманом. С клешнями. Ну, шикарно. Шикарно. Эрмингут Херман. Тун-тун. Ждем последнего игрока. Я готов. Да, чатик, я знаю, вы меня слышите. А, ядрить, вы уже играете, что ли? Мне нужен где ядрить? Где Херман-то? Это Херман? Нет, это не Херман. Что за херня? Вот. Многие в чате писали, что игра напоминает Crash Bandicoot Racing. Я полностью согласен, а еще Mario Kart напоминает. О! В смысле подключить свой контроллер? Вы что, упоролись, что ли? А, батарейка сел. Ебана мать, батарейка села. Это в канале. Это очень тяжелые наркотики. Я пойду смотреть, где, откуда можно вытащить. Ничего, Декстрим уже всех покарал на этой трассе. Так, я нашел две пальчиковые. Надеюсь, что они еще функционируют. Да че он ржет-то постоянно? Я даже не пойму, я отреспавнился или нет. Пауза. И у меня просто он вибрирует и все. Постоянно вибрирует. Вот. Смотрите, как он вибрирует. Видите? Кадрать поддерживает на 100 рублей и сообщает: кажется, я знаю, откуда ты достал батарейки. Наума, Д. Ох, лоу, просто не могу. Фу, фатал эррор. А он до сих пор вибрирует. О, ну хоть чем-то эта игра хороша. О, о, провалился. Сейчас. Вот так. Это точно геймпад, а не вибратор?